Впервые в Суханово парк прошла выставка собак борзых пород. Специалисты это место выбрали не случайно. Когда-то давным-давно в лесах окружающих поселок проходили псовые и соколиные охоты. Здесь любил охотиться царь из династии Романовых Алексей Михайлович. Наша задача возродить это и привлечь внимание людей, кто хотел бы стать владельцем четвероногого друга. С нашей помощью в дальнейшем можно научиться правильно общаться, можно также принимать участие в выставках, ну и так далее. Все те услуги, которые может оказать клуб тем, кто захочет, кстати, в нем принять участие в дальнейшем. Мы к вам приехали в гости из Рязани, нам у вас очень нравится. Да, приехали к вам на выставку, у вас шикарный комплекс. Здесь показываются шикарные собаки. Это выставка плановая, очень представительный клуб, который здесь собирает выставку этих собак. Очень приятные эксперты, и мы рады к вам приехать, потому что у нас таких экспертов в Рязанской области нет. Здесь, во-первых, просторно, хорошая организация, хорошие призы, приятная обстановка, спокойная. Эксперты проводили оценку питомцев на ринге и руководствовались действующими стандартами пород. Внутри каждой породы жюри отбирало лучшего представителя. Все как на подиуме. Оценивали красоту, соответствие стандартам и грацию. По словам участников, ничего сложного в подготовке собаки к подобным соревнованиям нет. Прежде всего, хозяин должен, наверное, определенными качествами обладать. Любить, прежде всего, свою собаку должен. Вот. А конкурс – это уже вторично. Как бы у нас нет самоцели победить в конкурсе. Мы пришли пообщаться, себя показать, ну и главное – на других посмотреть. Задание – ну, обойти по кругу этот ринг, посмотрели зубы, там все, уши, все нормально. У нас борзые были, но мы никогда не участвовали ни в чем. А вот этих завели молодых. И заводчица попросила поучаствовать там в курсинке, во всех остальных делах. Но вот они как бы пошли, у них результаты хорошие получаться стали. И нам велели идти на конкурс. Следующее мероприятие кинологический клуб «Русский простор» проведет в конце сентября на Сухановских полях. Считается, что самым важным и необходимым качеством псово-борзой является резвость. Поэтому уже не первый год организаторы устраивают увлекательное зрелище – Кубок резвости. Бега борзых – одно из традиционных развлечений в Англии, Ирландии, Австралии. Теперь можно будет увидеть и в Суханово.